Это было в ноябре 1966 года. Бригада буровика Степана Дмитриевича Иванова недалеко от Оренбурга нашла газ. Разведочная скважина под номером 13 оказалась для них счастливой. 30 лет поисков увенчались успехом. 2 триллиона кубических метров природного газа. Оренбуржье – замечательная земля, где сосредоточены многие природные богатства, где есть все, чтобы человек жил счастливо, сказал наш земляк, масштабный политик 20-го столетия Виктор Черномырдин. Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение – одно из крупнейших в мире. Мы единственный регион в России, который производит гелий. А без него сегодня и в космос не слетать, да и телевизор не посмотреть.